12 июня в честь главного праздника нашей страны российские футболисты замутили литературный флешмоб. Подробнее Настя Макоса. Звезды отечественного футбола очень серьезно подходят к празднику «День России» и записывают видео поздравления. В нем спортсмены по очереди читают строчки из стихотворения Сергея Есенина. «Звонно чахнут на полях». «Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кроткий спас, и гудит за курагодом на лугах веселый пляс. Если крикнет рать святая, кинь ты руть, живи в раю». Я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Присоединяемся к поздравлениям. Настя Макуста, про новости.